На видео процесс приготовления настоев трав на подсолнечном масле. Концентрация активных компонентов при показанном способе позволяет употреблять 1-2 ложки такого масла ежедневно как профилактическое средство. Масло шалфея мускатного улучшает память. Экспериментальные данные ученых из Ньюкасла свидетельствуют о том, что масло мускатного шалфея способно улучшать память. Целью исследования было определение новых способов лечения или хотя бы облегчение симптомов болезни Альцгеймера, которой страдает около 10 миллионов человек на планете. Масло мускатного шалфея обладает успокаивающим, расслабляющим и спазмолитическим действием, например, при затруднениях с пищеварением и при спазмах при менструациях. После гриппа оно оказывает восстанавливающие и тонизирующие действия. Кроме того, оно обладает антисептическим и снижающим кровяное давление действием. Благодаря своему эстрогеноподобному эффекту, мускатный шалфей очень эффективен для женского организма, так как он гармонизирует биологические ритмы и смягчает раздражительность и приливы жара в климатическом периоде. Он применяется при бронхитах, астме и коклюше, а также для ухода за сухой и воспаленной кожей. Приготовление настоев на масле. Горсть измельченной травы, залить 0,5 литра подсолнечного масла, настаивать 8-10 дней, процедить, отжать, хранить в отдельной посуде. О масле душицы. Масло душицы нормализует работу желудочно-кишечного тракта, устраняет спазмы и, усиливая ферментативную активность, заживляет слизистую оболочку, устраняет колики. Масло душицы останавливает кровотечение, способствует быстрой регенерации тканей. После настаивания отфильтровать и слить масло в посуду, из которой и будете ежедневно употреблять растительное масло.